Сегодня же в Доме правительства собрались победители экономического соревнования среди организаций обрабатывающих производств за 2018 год. Среди награжденных – завод имени Чапаева, «Хивель», научно-производственное объединение «Каскад», «Химпром», «Лента», «Чебоксарский элеватор», «Перкарбонат». Вручая дипломы победителям, глава Чувашии поблагодарил руководителей предприятий и их коллективы за плодотворную работу, пожелал не сдавать позиций. Еще одна приятная новость. На территории опережающего экономического развития в Канаше появился новый резидент. Общество с ограниченной ответственностью «Аркто» намерено реализовать масштабный инвестпроект. В его рамках планируется производство полной линейки холодильных шкафов коммерческого назначения. Предусмотрено создание 100 новых рабочих мест. Распоряжение о передаче инвестору в аренду земельных участков глава Чувашии подписал сегодня.